Дорогие мои знакомые, сегодня 27 сентября родился Дунин Максим Николаевич, депутат Государственной Думы, прекрасный семьянин. Это было озвучено в «Уральских пельменях». Однако Максим Николаевич – это сын Николая. И очень успешный, хороший, трудолюбивый, старательный молодой человек. Максим, желаю тебе крепкого здоровья, успехов, прекрасного дня рождения, чтобы в этой жизни все было замечательно, чтобы семья у тебя была и своя с детьми, чтобы ты любил и уважал родителей своих, потому что они очень заслуживают этого, чтобы твои бабушки с дедушкой в Сибири, в Тюмени были живы, здоровы. Хорошего тебе прекрасного дня, успехов и благополучия.